Соскучал я, брат, по другу, по товарищу, по беседе теплые взгляды, по Михалычу. Уж давненько, знаешь, у него я не был. Поеду тут. Мы едем. Далекие едем, пьем кофе. Да. Кофе. Готовимся, да, к рыбалке. Кофе возьмем, кабана, сальца возьмем. Грудинка вот раз хорошенько досталась при дележке. Да? У крупного сикача. Вообще прям сало, мясо. Вообще. Ну, вот такая размером. И хласть, раскрыл, прижал, замариновал, специи. Ну, как специи, там, соль, перец, больше не кладу, ничего, чтобы мясо не портить. И на раскаленную сковородку мальчиками на гриль. Свет, правда, не очень. А так все нормально. Давай, ни хрена, пока, короче, пока. Не видно. Ну, одни тени. Ни хрена ничего не видно. Походу, съемку давай. Будем на утро. Ехали, ехали, мы ехали, и добрались. Ехали, и приехали. Наконец-то, блин. Завтра поспим. Вот так вот отдыхают рыбаки. А главное, еще жена не спит. Завтра все готовимся на рыбалку, все добрались. Завтра будем дырявить лунку. Есть и ищем следы. Четыре часа ночи. Ну, я рукопальщик не будем, если что-то отнимем. Нормально. Уже рассвело, но мы еще не ложились. Вот если у меня была какая-то несбывшаяся мечта, да, накататься на квадроцикле. Я, блядь, на нем вчера сегодня катался. 6 часов, нахуй, не глуша транспорт, мы перемещались, куда только не перемещались, блядь. Мы заблудились, блядь, но выехали, блядь, на асфальт, и вообще все было шоколадно. Меня, наверное, не видно будет. Ну, что-то она как-то тут не хочет света. Утро следующего дня. Машина не заводится, бураны не заводятся. Но квадроцикл работает. И это радостно. Нам очень пьем радостно. Чай. Да, чаек. Горяченький. Из вертолетного завода. Как это? Тормозуху хуячим. Да. Тормозуху херачим. Нет, у меня сними какая. Это чаек. Но он, правда, пар не идет. Он немножко остыл. Пар идет, да. Мы его холодный пар... пьем. И мой горячий чай не пьет. У этой капот открытый, этот не заводится, уже толкали, а это заводится. Слава богу. А сейчас что мы? Урок пишем, да? Урок готов. Подержи пар. Ты на это замес чаем не глотнуть. Рукой его. Вот, Олегин, я вчера все время рукой тебе под это. Вот не надо его рвать. Вчера ночью было. Буран не задави. Заводим УАЗик. Утро следующего дня. Собираемся на рыбалку. Уже час заводим машину. Нормально. Рыба ждет. Пошел. Толкаем, давайте. Что бросили? Почему бросили? Втыкай третью передачу, втыкай, поехали! Теперь будем мы все толкать. Да, УАЗик завозим квадриком. Толкай,
опять остановились. Откидывай. И дружно продолжай уводить. Попытка номер 5. Все готовы? Ждем выстрела. Добываем бензин для квадроцикла. УАЗик толкали. Че ты? Хочешь всю эту порнографию всем показать? А как теперь с Митсубиши бензин сливать, бля? Да, ребятки, вот так сливается бензин с Митсубиши. Чтобы заправить этот маленький вездеход. Потому что у нас бензин уже кончается. Слушай, а че мы с этого не сольем еще? А вот с маслом, бля. А мы же 92-е четырехтактные инжекторные. О, как? Мы 92-е четырехтактные инжекторные, а это прошлый век, хули. Покажи. Это, знаешь, есть лапти, а есть современные кроссовки. Знаешь, в лаптях всю жизнь народ ходил, заебись. А кроссовки появились, никто тоже не жужжит. Даже китайские все в них ходят. Вот это лапоть, вот это кроссовок, нахуй. Этот кроссовок УАЗик вытащил, вот его, видите, нет, завел его с толкача. Да? А теперь мы остались без бензина, они уехали все счастливы, а мы качаем бензин, качаем, давай. А мы сейчас винишку поправим. Поехали, что? Поехали. Включаю. Про винишку ни слову. А, нельзя, да? Понял. Будем иметь в виду. Вот так вот мы, ребята, качаем бензин. Вот нас побежало от нас. Бензин-то там как слеза. Бензин-то как слеза. Еще самое интересное, ребята, пока стартер не запустится, бензин не льется, машина умная, сильная, блин. А теперь мы с этой машины заливаем в эту машину. Да, потому что в ладошках никуда не едем. Мы едем на рыбалку. Так. Бульвар выдержит троих. Полюбаться. Бля, выдерживал за это? А? Фарер! Погнали! Наша дорогая, Настя, нормально, бензин нам дала. Давай, блядь, остался.
прибежал. Видел, нет? Мы не только пьем, мы еще и рыбачим. Вот, мы теперь на рыбалке. Олег, что насаживал? Что сказал? Прикинь, одного дернул, а второй сам же бежал сюда в лунку. Офигеть. Это можно только здесь, на Каме. Вот это речка Кама. Ты не вкусно его? Падает в Каму. Не вкусно его? Я попробую его, все. Не сюда ничего не оставил. Оставь так, оставь, Олег, оставь. Вот так. Там с жалом берет лучше. Да? Здесь, да? Там, я в прошлый раз рыбачил, да? Там сейчас тоже будет подбить. Там здесь? Очень агрессивно клюнул мне. Но на пол. Сейчас мы едем с вами, ребята, куда? На Камо! Залезли ставить, малька наловили. Ну, погода как классно. Это чай. Это чай, да. Это как Витсон или как там называется-то этот? Липтон. Липтон, да. Липтон. Тонуть нам не надо, едем мы на рыбалку на речку Камо. Снимаешь, что ли? На Камо едем. Да, ну мы едем на Камо. Российская Федерация, Камо. Она... Тихо, не торопись, говорю! Голове! Сейчас порвешь радиатор, ёб твою мать, блядь! Сколько раз говорю! Кама, однако, ребята, справа, слева, везде кама. Рыбачим на жерлице. На квадрике, на этом пешеходе. Ждем поклевки. А в это время русский спортсмен развлекается сигареточкой. Ноги мерзнут, да. А что, конечно, поливает же. Ноги мерзнут. А тут поливает. Дерево напало на нас в легкую. Так. Дерево, да, отгрызло кусок. Кусок хуяк. Дерево было злое, оно большое, злое. И хуяк нахуй, и зуба. Раз зуба. Кусок у нас кусил. Мы еле отбились. Еле отбились. Деревья становятся очень активными участниками дорожного движения. Да. Оно как бы стоит одно среди поля, но оно все равно раз и поймает тебя, блядь. Хачи нахуй. Пасть это будет. Слав!
домой, до дома, до хаты. Ребята, удачи по рыбачьи. Природа какая, солнышко светит. Поехали мы домой. Ни рыба нам, ни шлыми. Все нормально. Пока-пока. Всем привет. Да, заедет нормально. Все. Нормальдос. Сам она снимает камеру, нет? Нормальдос? Все, тачка погружена, осталось обратно на дом. Всем привет! Это вам, блядь, не видно, нам нахуй. Да, едем мы тихонечко с рыбалочкой. Скребит туда-сюда, блядь. Взяли пивка, миска. Нет, тихи. Возвращаемся, да, светло, а? Нам прямо. Там прямо, что, в Казань там же прямо едем. Прямо все, в Казань. А там на чистые полевые. Данил Сергеевич, блядь, сам рулит нахуй вообще. И собственно, у нас сзади, вон, коняшка едет. Да, коняшка, коняшка возвращается. Ну, там уж мусор. Ой, он сегодня-то потаскал, нас потаскал, тогда потаскал, потаскал. 5 часов. Застрять нам не дал нигде, 5 часов побоялись. Мы маленько устали уже. Маленько дрыхнем. Так. Олежка тоже маленько подустал уже. Олег, как ты устал? Нормально все нас снимать с видеоками. Как нам удалось рыбалка хоть? Скажи, завершающий кадр. Уже близко к дому подъезжаем, уже Казань проехали, сейчас уже Василий через 10 километров. В общем, все нормально, ребят. Ну, как-то так. Всем спасибо, все было классно, рыбалка, охота удалась. Пока-пока. Самый лучший день заходил вчера. Ночью ехать лень, пробыл до утра.